Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это устройство Realme 7. Сейчас я покажу вам, как удалить и как добавить аккаунт Google на этом телефоне. Вначале покажу, как удалить. Заходим в настройки, вот мы здесь оказываемся, затем спускаемся вниз и выбираем пункт аккаунты. Это пользователи аккаунты, практически в самом низу кнопочка, нажимаем на нее, выбираем аккаунт, который хотим удалить, в правом верхнем углу нажимаем на двоеточие и нажимаем удалить аккаунт, удалить аккаунт. Защита устройства будет отключена, нажимаем ОК, подтверждаем отпечатком пальца, что это мы. Все, аккаунт успешно был удален с телефона. Он не в общем-то был удален, но с телефона. Для того, чтобы в него войти опять, нужно зайти в настройки, спуститься вниз, выбрать пользователей и аккаунты, добавить аккаунт Google, ой, не VPS, вот здесь, простите, добавить аккаунт Google и здесь вписать адрес своей электронной почты Gmail, а затем пароль от электронной почты Gmail. Вот, hardreset.info1 это адрес и пароль. Пароль вписал и нажимаем далее. Принимаю. Еще принять. Все, аккаунт Google опять добавлен. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!